Кызыльском колледже искусств приглашенный дирижер Юрий Меркулов провел мастер-класс для студентов и преподавателей. Маэстро поделился своим опытом исполнительского мастерства на духовом инструменте тромбоне, а также по дирижированию с оркестром. Раз, два, раз, бам-бам, бам-бам. Главный дирижер концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии освоил не один инструмент, прежде чем взял в руки дирижерскую палочку. Маэстро играет на баяне, трубе, тромбоне, и это лишь малый список, чем владеет Юрий Меркулов. Сейчас у студентов Кызылского колледжа искусств появилась возможность перенять опыт музыканта. Учатся здесь дирижированию все студенты с 4 курса. Приехал тромбонист Юрий Меркулов. Сегодня он нам дал мастер-класс по теме чтения оркестровых партитур. Рассказал про дыхание, как его правильно дать, почему это важно, как работать с коллективом. Приехал известный дирижер в рамках проекта «Дни духовой музыки», посвященного столетию республики. В течение 4 дней приглашенный гость проведет мастер-классы. Для студентов это новый опыт, позволяющий понять, что для музыканта, играющего в оркестре, особые требования. Конечно, дирижер выполняет главенствующую роль, потому что он двигатель, он устанавливает темп, характер, метроритмику. То есть, одним словом, делает все дирижер. И получается, что он не дирижирует руками как таковыми, он играет на большом инструменте, который называется оркестр. С Юрием Меркуловым, музыкантом духового оркестра правительства Тувы, сотрудничают 11 лет. Впервые встретились в Орле на фестивале фанфары первого салюта. С тех пор маэстро неоднократно приезжает в республику. Я услышал, что дирижер должен знать партитуру, историю создания этой пьесы, о композиторе и о чем пьеса, различные приемы, жесты, он все передает, вот, работает воочию, да, прямой передача. Завершится мастер-класс концертом духового оркестра на сцене Тувинской госфилармонии. Долмаундар, Чингис Сергеев, Вести ТВ.